Фотобудка, компьютерные игры, сегвей, бассейн шариков. В офисе Wargaming впервые прошла акция «Ко дню защиты детей». Событие стало завершающим этапом недели благотворительности. Более 200 добрых дел сделали сотрудники для детей с аутизмом, онкологией, принесшим сложные заболевания. Компания открыла двери для детей своих сотрудников, которых около 800. Лекции по 3D-дизайну, экскурсии по компании, прыжки на батуте и сладкие угощения пришлись по душе не только детям, но и их родителям. Во-первых, это отличная возможность показать детям, где же работают родители. Во-вторых, мы проводим профориентационные мероприятия. У нас есть ребята здесь более старшего возраста, от 12-13 лет, вплоть до 18. Для этих ребят уже серьезно стоит вопрос о том, чем заниматься в будущем. И, конечно же, мы хотим привлечь их к нашей профессии. Это очень классно, потому что здесь есть возможность прийти с детьми, с женами, есть возможность поразвлекаться как в детской зоне, так и посмотреть эксперименты, которые здесь проходят. Также можно порисовать, получить подарки и уйти с хорошим настроением обратно домой. За хорошим настроением на праздник пришли более 1000 человек. Все желающие могли сделать фотомагнит об акции.